ребята, родители, гости, дорогие друзья. Торжественное собрание, посвященное открытию 58-й летней физико-математической и химико-биологической школы, является открытым. Большой коллектив летней школы с радостью и воодушевлением встречает вас в стенах Новосибирского государственного университета, лучшего во многих отношениях университета страны и в целом в Новосибирском академическом городке и в столице Сибири, городе Новосибирске. Желаем вам провести с максимальной пользой это время. Уверены, что вы здесь найдете новых знакомых, друзей, много для себя откроете нового. И желаем вам максимум проявить своих возможностей с тем, чтобы в итоге поступить в специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета. Я предоставляю слово для вступительной речи и для представления почетных гостей директору специализированного учебно-научного центра, доктору физико-математических наук, профессору Егорскому Николаю Ивановичу. Здравствуйте, дорогие ребята! Родители, гости, сегодня замечательный день. Мы открываем летнюю физико-математическую и химико-биологическую школу. Это самая первая летняя школа, которая появилась в Советском Союзе, я думаю, вообще в мире, которая собирала одаренных ребят со всех мест нашей бескрайней Родины. Эта школа дает новый импульс. Вы попробуете, когда будете участвовать во всех мероприятиях нашей школы, учиться, вы почувствуете, что на самом-то деле вы изменитесь. Вот приехали такие, а вот когда будете уезжать, вы поймете, что вы уже будете совсем другие. Настолько мощный импульс дает наша летняя школа. В этой школе вы познакомитесь, во-первых, друг с другом. Вот смотрите, сколько у вас замечательных ребят. Каждый талант, каждый нетривиальный. И вот я хочу, чтобы вы подружились, чтобы у вас была общность. Дело в том, что физико-математическая школа – это братство. Это братство навеки. И даже побывав в летней школе, вы уже вступаете в это братство. Это неизгладимый след на всю оставшуюся жизнь, который будет сопровождать вас. И вы будете чувствовать дыхание вот этой энергии, которую вы получили в летней школе. Я хочу, чтобы у вас все получилось. Чтобы все вы поступили. Но, к сожалению, получится не все. Но старайтесь, я верю в вас. Вам нужно идти вперед, поступать и к нам. С праздником! А сейчас разрешите предоставить слово мэру города Новосибирска Анатолию Евгеньевичу Локтю. Добрый день, уважаемый Николай Иванович, академики, доктора, профессора, государственные деятели, сидящие здесь в президиуме,
Я обращаюсь прежде всего не к вам. Я обращаюсь к тем, кто сидит в зале. Ребята, к вам. Я вас поздравляю с началом вот этого прекрасного учебного, короткого, но очень интересного учебного семестра в летней физико-математической школе и химико-биологической. Я по образованию физик, поэтому, ну, вот так вот как-то ориентирован больше на точные науки. Хотя естественные науки крайне важны и особенно востребованы для нас сегодня и пользуются особым актуальным спросом. Вы знаете, уже более 60 лет, наверное, да, не ошибаюсь, подсчетах, основным преимуществом города Новосибирска является Академгородок. Сибирское отделение Академии наук – это крупнейший за Уралом штаб организации проведения научных исследований. И это преимущество наше интеллектуальное здесь, в городе Новосибирске, мы всегда этим гордились, и в последнее время стараемся все больше и больше этим пользоваться. Но чтобы работал вот этот вот штаб, чтобы постоянно было пополнение ученых наших, маститых, академиков, которые уже показали, доказали свою состоятельность и провели массу исследований, и проводят сегодня их, необходимо постоянная подпитка молодыми силами. И вот это преимущество теперь уже сибирского отделения Академии наук, наличие, во-первых, нашего университета, Новосибирского государственного университета, по своим масштабам он уступает МГУ, он уступает по численности, наверное, многим университетам Российской Федерации, но он берет другим, он берет качеством знаний. Он берет тем, что преподают там, в этом университете, сегодня действующие ученые, работающие, занимающиеся исследованиями в своих лабораториях, в научных институтах. И чтобы эта подпитка была и университета, это физико-математическая школа. Это еще одно преимущество. Вот третьих преимуществ я хочу, чтобы вы осознавали. Вот Николай сказал, так маленько так припугнул, я чувствую, в зале все нагнулись, не все поступят. Я хотел бы по-другому к этому вопросу подойти. У вас все получится. У каждого из вас. Просто сложится по-своему. Не будет повторения как-то вот карьерного пути, жизненного пути. У каждого как-то по-своему своя дорога будет. Но какая она будет, теперь зависит от вас. Я просто вас призываю. Хорошее, жаркое сибирское лето установилось. Здесь, в Новосибирске, в Академгородке, в особенности, здесь прекрасная природа, здесь очень много интересного. И, безусловно, вы, наверное, будете любоваться этим, проводить какие-то досуговые мероприятия, но все-таки я вам желаю, не тратьте времени даром. Оно золотое, это время, каждая минута, каждый час, проведенный в физико-математической школе, проведенное с толком, позволит вам создать фундамент для будущей вашей жизни. Как она сложится, будет зависеть от вас. Но я искренне желаю, чтобы все получилось, чтобы вы состоялись, как ученый, может быть, инженер, как знать, может быть, и государственный деятель. Ведь нам предстоит осуществить гигантский проект «Академгородок-2». Мы сегодня делаем такой перезапуск Академгородка сибирского отделения. И работать, развивать науку, этот проект великий, Академгородок-2, предстоит вам. Как это интересно, начинать сначала, как когда-то Михаил Алексеевич Лаврентьев со своими сподвижниками. Вот я вам желаю чувствовать остроту, интерес к жизни, к науке. Не теряйте времени даром. Все в ваших руках. Успехов вам, ребята! Большое спасибо, Анатолий Евгеньевич, за столь теплые слова. А сейчас разрешите предоставить слово начальнику департамента по инвестиционной политике и территориальному развитию оператора, полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Ивану Александровичу Гончарову. Доброе утро, дорогие друзья! Я рад вас всех приветствовать и поздравить от имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Ивановича Миняева.
Летняя школа в очередной раз открывает свои двери для вас, для талантливых ребят, которые своим трудом, своими знаниями, упорной работой заслужили это почетное право. Для нас, вообще я как коренной новосибирец, ФМШ, сейчас называется СУНС, Новосибирский университет, это очень была всегда высокая планка, и это то, на что, в общем-то, равнялся весь город. Все молодые люди города стремились попасть в ФМШ, стремились попасть в университет, но не у всех это, к сожалению, получалось. И вот вы сделали очередной шаг на этом пути, и сегодня вы пришли на открытие летней школы. Конечно же, не кто-то сможет поступить, кто-то не сможет, это жизнь, но, как уже правильно было сказано, у вас она сложится. Я думаю, что у вас у всех все получится, все задуманное вы реализуете. В прошлом году по поручению президента был утвержден правительством России план комплексного развития Сибирского отделения Российской академии наук в интересах и с учетом долгосрочных планов и перспектив развития Сибири. Этот план как раз и есть та основа, вокруг которой строится дальнейшее развитие всей Сибири. И стержневой проект, ключевой проект – это Академгородок. Этот план тоже был одобрен президентом, и в этом году ему был дан уже серьезный старт. И вот базой, основой этого всего проекта – это вы, это физико-математическая школа, как я привык называть, не могу, вот солнце, все-таки это ФМШ, это те люди, которые в этой школе, в университете создают, формируют научную элиту нашей страны, нашей Сибири. Я уверен, что у вас все получится. Дерзайте, и все вам по плечу. И самое главное, вы отсюда уедете с новыми друзьями, с новыми впечатлениями, с новыми знаниями, которые вы пронесете всю свою оставшуюся жизнь. Успехов! Спасибо, Иван Александрович. А сейчас разрешите предоставить слово ректору Новосибирского государственного университета, члену-корреспонденту Российской академии наук Михаилу Петровичу Федоруку. Дорогие ребята, уважаемые взрослые, уже в 58-й раз мы открываем летнюю школу, которая потом плавно переходит в зимнюю школу, в учебу здесь, в Новосибирском академгородке, в физмат-школе, в университете. Эти традиции продолжаются, они продолжаются, начиная с 62-го года, когда была открыта первая летняя школа. И вот недавно, в середине июля месяца, первые выпускники, набор, первый набор, они отмечали 55-летие уже выпуска, не только из 55-летия выпуска из ФМШ. Это, конечно, такие еще бодрые юноши и девушки, которым, конечно, уже за 70, но которые вот этот дух физмат-школы сохранили, пронесли через всю жизнь. И вот спустя 55 лет уже после выпуска, они, начиная вот с 63-го года, они здесь встречаются, здесь, в Академгородке, они вспоминают учебу в физмат-школе, учебу в университете. И, конечно, я думаю, что вы будете достойными продолжателями этих славных традиций. В этом году нами сделан очень важный шаг, в том числе людьми, которые сидят за этим столом, в деле развития физико-математической школы. Начиная с этого года, интернатное содержание в физмат-школе равняется нулю. Это означает, что многие талантливые люди из далеких городов и поселков, со всего Зауралья, и, может быть, даже с европейской части страны, смогут приезжать в физико-математическую школу, получать здесь знания, ну а далее получать знания либо в нашем университете, либо в других ведущих университетах страны. Для вас, безусловно, эти три недели – это очень важный, ответственный момент. Ответственный момент в смысле отбора в зимнюю школу, но радостный момент в смысле общения, в смысле отдыха, в смысле приобретения новых друзей. И, конечно, к сожалению, к огорчению, может быть, не все поступят, но то, что вы здесь получите, останется с вами на всю жизнь, и ваша траектория сложится удачно, у вас все получится, потому что вы уже изначально талантливы. Поэтому успехов вам и в добрый путь. Спасибо.
Спасибо, Владимир Петрович. А сейчас разрешите предоставить слово первому заместителю председателя Сибирского отделения Российской академии наук, директору Института ядерной физики, академику Павлу Владимировичу Логачеву. Дорогие ребята, уважаемые взрослые, во-первых, я хочу сказать, что 39 лет назад я был на вашем месте, то есть я один из вас, только вот 39 годами раньше. И сегодня мне хотелось бы для вас сказать коротко, но такие самые важные слова от имени моих друзей, моих коллег, от имени директоров академических институтов, не только Сибирского отделения, а всей России. И вот сегодня я возглавляю самый большой академический институт нашей страны. От имени Президиума Российской Академии Наук, от имени ее президента, это все мои очень хорошие друзья и знакомые, коллеги, сказать неформальные слова от научного сообщества, от тех людей, которые в нашей стране сегодня профессионально занимаются наукой, несмотря на все трудности, несмотря на отсутствие, может быть, часто и внимания, и финансирования, они все равно предельно качественно, на пределе своих сил делают свое дело, потому что они не могут иначе. Вот это главные ценности, они базируются на трех вещах. И если вы пойдете по этому пути, он нелегкий, но фантастически интересный, то вам этих трех пунктов не миновать. Первое, что вам придется сделать, вам придется победить самих себя. Второе, что вам обязательно предстоит, это увидеть красоту природы, красоту ее законов и полюбить их. А третье, без чего тоже жизнь и наша с вами, и ваша, и последующих поколений не сложится, мы обязательно должны в итоге своей работы, своей деятельности сделать нашу страну, нашу Россию лучше, чем она была до нас. Вот помните эти три принципа по жизни, стремитесь их реализовать, и успех все равно будет для вас неминуем. Удачи вам! Спасибо, Павел Владимирович. А сейчас разрешите предоставить слово заместителю начальника управления молодежной политики, начальника отдела высшей школы Министерства образования Новосибирской области Светлане Сергеевне Мариной. Дорогие ребята, дорогие родители! От лица Министерства образования Новосибирской области и министра образования Новосибирской области Федорчука Сергея Владимировича я хочу вас поздравить с началом учебы в летней школе. Этот период для вас, как уже вы слышали, будет очень интересным и насыщенным. И, конечно же, вот мои поздравления связаны прежде всего с этим. Но не надо забывать о том, что учеба в физмат-школе в одной из лучших в нашей стране – это серьезное испытание. И обучаясь в летней школе, вам удастся немножко прикоснуться к тому, как вы в дальнейшем будете работать с собой, будете работать с книгами, будете работать с педагогами. Это будет немножко другой опыт, который у вас есть на сегодня. И этот опыт, он достаточно сложный и непростой. Но он дает очень многое для вашего будущего, для вашего будущего развития, для вашей будущей карьеры и, естественно, для нашего государства. Поэтому будьте ответственными. Будьте внимательными, старайтесь, и у вас все получится. Спасибо. Спасибо, Светлана Сергеевна.
А сейчас разрешите предоставить слово директору Института гидродинамики Сибирского отделения Российской Академии Наук Ерманяку Евгению Валерьевичу. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые. Я когда шел сюда, думал, что сказать, но как бы слова пришли сами собой. Примерно 6 часов назад я ездил встречать своего хорошего друга на вокзал. Вот он самороженец Омска, сейчас работает в Ливоне, в лаборатории, с которой очень много сотрудничаю. Вот он приехал взрослым человеком второй раз в Академгородок, а в прошлом году приезжал в первый раз. И когда он приехал, мы встретились, приехали в Академгородок, он сказал мне: слушай, я здесь вообще-то во второй раз. Пойдем в физмат-школе, я здесь когда-то проходил летнюю школу. И когда мы подошли, он было видно, что он очень растроган, и он начал мне рассказывать кучу всяких историй про то, как он провел эту летнюю школу. И вот я хочу вам пожелать, что потом, когда вы уже взрослым человеком приедете в Академгородок, вы тоже встретили свою коллегу и сказали: первое, что я хочу сделать, это подойти к физмат-школе и вспомнить, как я провел лето. Поздравляю вас с началом летней школы. Спасибо. А сейчас разрешите предоставить слово декану механико-математического факультета Новосибирского государственного университета профессору РАН Марчуку Игорю Владимировичу. Дорогие ребята, я поздравляю вас с открытием летней школы. Это мощное мероприятие с очень сильной энергетикой. И я знаю об этом не понаслышке. Я намеренно посчитал, я участвовал в летней школе больше десятка раз, причем не так, как поздравляющий, а звонка до звонка. Я был и школьником, и преподавателем, и директором. Больше всего был и директором, конечно, но больше всего я запомнил, как я был школьником, и это было очень интересно. Надо заметить, что буквально в прошлом месяце я тоже участвовал в летней школе. Причем вот вместе с Евгением Валерьевичем и Николаем Ивановичем и Светланой Сергеевной мы были в Москве на мероприятии «Остров 10-22», там 1500 участников было, много всего интересного. Но что мне там понравилось, что после каждой активности нужно было оставить цифровой след, рефлексию, то есть написать, что ты делал, что получилось, что будешь делать потом. А еще нужно было поставить цель на это мероприятие. И вот как говорил Анатолий Евгеньевич, чтобы не прошло все это зря, вот, я вам рекомендую поставить цель на летнюю школу. Что вы хотите сделать и как. Ну, по поводу целей и вашей деятельности, я бы хотел здесь предложить вам три таких тезиса. Вот. Первые цели должны быть амбициозными, большими целями. Здесь сразу вспоминаешь Александра Сергеевича Пушкина, который Евгений Онегин писал: «Мы все глядим на Наполеоны, двуногих тварей миллионы». Вот. Александр Сергеевич, безусловно, был амбициозный человек, и здесь он с некоторой самоиронией об этом говорит. Второй тезис – великие цели не достигаются в одиночку. Они достигаются, как правило, командами. И эти команды небольшие команды. И здесь, как говорит Николай Иванович, у вас сложится братство. И я думаю, что в будущем у вас, из вас сложатся такие команды, которые будут менять будущее и на благо нашей страны. Ну и третий тезис. Чтобы этими командами работать, у вас должно быть правильное мышление. А правильное мышление, оно основывается на хорошем знании и понимании математики. А хорошее знание и понимание математики вы приобретете в Новосибирском университете на механико-математическом факультете. Я вас поздравляю. Спасибо, Игорь Владимирович. Ну а сейчас разрешите предоставить слово декану физического факультета Новосибирского государственного университета, члену-корреспонденту Российской академии наук Бондарю Александру Евгеньевичу. Дорогие ребята, родители, взрослые, педагоги, преподаватели.
Ну, я прослушал все замечательные, правильные выступления предыдущих уважаемых очень людей. И мне особенно добавить нечего. Я только хочу сказать одну мысль. Ребята, конечно, все это очень важно, ваша карьера, перспективы, и сегодня закладывается для этого очень много, но самое главное, что, ребята, школа, летняя школа, это очень интересно. Вы имеете уникальный шанс познакомиться и с исследователями, учеными, преподавателями, которые будут с вами работать, и вы будете иметь возможность сходить в институты исследовательские, посмотреть, как там работают современные ученые, и главное, над какими проблемами работают. И вы поймете, что это очень интересно. Наука – это очень интересно. Поэтому я думаю, что вот этот интерес у вас останется на всю дальнейшую вашу жизнь. И воспользуйтесь этой возможностью посмотреть, как здесь делается наука. В общем, удачи вам и интересного времяпровождения в летней школе. Спасибо. А сейчас разрешите, я передам слово директору летней школы Александру Анатольевичу Гриценко. Дорогие друзья, сейчас мы с вами сможем увидеть тот опыт, который очень любил основатель и Академгородка, и университета, и физико-математической школы, академик Михаил Алексеевич Лаврентьев. Этот опыт проведет сегодня, продемонстрирует заместитель директора летней школы по физике Тимофей Владимирович Мальцев, с которого вы уже знакомы. Опыт называется «Запуск вихревых колец». Опыт очень живой, интересный, я думаю, вам понравится. Здравствуйте, ребята, уважаемые коллеги, гости. В физмашколе существует множество традиций, и одна из них – это запуск вихревых колец на открытие летней школы. Около 60 лет назад Михаил Алексеевич Лаврентьев показывал летнешкольникам запуск этих вихревых колец, и с тех пор эта традиция сохранилась до сих пор и продолжается. Итак, для запуска вихревых колец используется вихревая машина, которая представляет собой ящик с отверстием в одной из стенок. Сзади ящика мембрана. Если ударить по мембране, то здесь формируется вихревое кольцо, которое может распространяться на достаточно большие расстояния. Сейчас мы запустим это кольцо, прицелимся и запустим. Вот, можно пониже немножко. Вот, чувствуется? Вот, еще. Если попало, поднимайте руку. Не попадает? Давайте поближе. Поближе к залу. Так. Куда мы повернем? Стоп. Чуть повыше. Вот, можно их запускать по-разному. Тут зависит от скорости удара, какое кольцо сформируется. Например, они могут взаимодействовать друг с другом, отталкиваться, притягиваться. Вот так по чуть-чуть, если. Да, при этом видно, что переносится и сам дым, переносится и энергия, и импульс. Мы все это видим. И момент. И возникает вопрос, как же так? Почему кольца способны проходить такие значительные расстояния? Если бы мы воздушный шарик отправили, то он бы далеко не пролетел, он бы остановился из-за сопротивления воздуха. А кольцо, оно движется достаточно далеко. А вот видите, аннигилировали, да, действительно. И дело в том, что здесь кольцо, когда оно вращается, когда оно движется, оно вращается вокруг оси, которая проходит через центр кольца. И таким образом из-за вращения уменьшается сопротивление. Можно привести аналогию, что бревно проще катить, чем тащить его волоком.
Вот. И именно поэтому сопротивление меньше у такого вращающегося кольца. Следовательно, оно проходит десятки метров со скоростью порядка метров в секунду. В летней школе у нас будет достаточно много демонстрационных опытов. Профессор Евгений Пальчиков в отъезде, поэтому он мне поручил эту миссию. Обычно он показывает. Но он приедет, покажет вам другие демонстрационные опыты. А это был наш первый демонстрационный опыт по физике. Спасибо. Замечательно, правда, экспериментальная наука. Ну и, дорогие друзья, теперь мы с вами сможем увидеть документальный фильм, который был снят аж в 1964 году, фильм о физико-математической школе, который называется «Путь в науку». Приятного просмотра. Это же Академгородок. А представьте, лет это через... Но зачем гадать? Будущее начинается сегодня. Вот, например, физико-математическая школа. ФМШ сокращенно называют ее ребята. Школа-интернат. Учат по программе близкой к вузовской. Учат без скидки на детство, не упрощая формул и выводов. Здесь полагается думать и спорить по-взрослому. Школьники, но для них знак интеграла не менее поэтичен, чем скрипичный ключ. Недаром местные, убеленные мелом стихотворцы предупреждают новичков: кальпичерствуя душа, не мечтай о ФМШ. Школа была открыта 2 года назад. Сегодня к первым выпускникам пришли президент Академии наук СССР Келдыш и академик Лаврентьев, основатель и руководитель Сибирского научного центра. Академик Келдыш рассказал, что время великих одиночек науки прошло. Успех научного поиска решается теперь коллективами. Стране нужна армия ученых. Научные кадры должны воспитываться с самых юных лет. Вы заканчиваете сейчас школу, и большинство из вас пойдет в университет. Что главное, мне кажется, после прихода из школы в университет? Самое главное – это свою инициативу проявлять. Интерес к науке. И не держаться в рамках программы, а стараться углубиться в какие-то интересующие вас проблемы науки. Стараться быстрее подойти самим к научному исследованию. Я думаю, что каждый
каждый из вас, кто инициативно будет заниматься в университете, он по существу делу, выходя из университета, уже может стать научным работником. Молодым ученым. Молодым ученым. А как он начинается, путь в науке? Все начинается с газет, с номеров, в которых однажды появляются школьные задачки. Это как рожок гарниста для всех, кто любит математику, физику, химию. Очередная Всесибирская олимпиада открылась. Задачи первого тура школьники решают дома, в Якутии, на Камчатке, при Ангарской тайге. В эти дни почта работает с удестеренной нагрузкой. Новосибирск, академгородок, олимпиада. Сверкнет ли в этом ворохе искра оригинального решения? По таким-то искрам отбираются ребята на второй тур. Сами ученые в крупных городах Сибири, и орешки тут уже покрепче. Таких задач у себя в Верхневилюйске Паша Васильев не решал. Самых смекалистых, самых способных приглашают на третий тур в Новосибирск. И под ногами Паши вместо вечной красоты Якутии новосибирский асфальт. Сорок минут на автобусе и академгородок. Но где же Паша? Да, попробуй найди его теперь. На заключительный этап олимпиады съехалось почти 700 школьников. Волнуются. Многие профессоров глаза не видать. А тут академики с мировыми именами. Михаил Алексеевич Лаврентьев. Сергей Львович Соболев. Илья Несторович Пекуа. Член Олимпийского штаба и сам председатель оргкомитета, лауреат Ленинской премии, академик Мальц. Как лучше организовать заключительный этап? Как успеть за месяц о многом рассказать, со многим познакомить юных гостей? Взрыв и движение плазмы, проблема наследственности и строение вещества. Удивительные тайны открываются в этом сказочном городке. И за каждой открытой тайной, говорит академик Лаврентьев, огромный труд ученого. Член-корреспондент Алексей Андреевич Липунов увлек ребят рассказом о кибернетике и о минералах, и о биологии тоже. Физика, стихия академика Буткера. Можно сказать, что физика сейчас переживает героическую эпоху. Такая героическая эпоха, например, была когда-то у географии в период Колумба, Магеллана и Кука. Каждое путешествие открывало целый материк или огромный остров, или огромное море. Эта наука развивалась бурно, география, и дошла до своего предела. Сегодня героическая эпоха физики, эпоха физики. Каждый день величайшие открытия. В течение 30 лет одно открытие следует за другим, каждый из которых больше, чем все предыдущее вместе взято. Поэтому торопите жить в наше время. Потому что это время героической эпохи физики, оно может кончиться. Сегодня областью познания основных, ведущих, не конкретных законов, есть ядерная физика, вот наша наука, которая, я надеюсь, значительная часть присутствующих через
2, 3, 4, 3 и 5, 8 лет начнет всерьез заниматься. Я желаю вам, тем, кто этим займутся, большой удачи в жизни. Удачи им пожелал Ираль Сагдеев. Для футболистов он центральный нападающий команды Института ядерной физики, для шахматистов боец-перворазрядник, для физиков всего мира выдающийся теоретик плазмы. Сейчас ему 32 года. Он член-корреспондент Академии наук. Боря Цыкановский из Южно-Сахалинска тоже достаточно молод. Он только что закончил 4 класс и тоже достиг немалого успеха. Оказался лучшим химиком Олимпиады. Четвероклассник решил все задачи быстрее, чем восьмиклассники. Может быть, дома Боря расскажет друзьям, как обсуждал проблемы строения вещества с коллегой, директором Института неорганической химии Анатолием Васильевичем Николаевым. Хотели бы записаться в коллегию все ребята. Уж очень приглянулась его гидрокушка. Эта установка дает 2000, но это мало. Вот есть другая установка у нас, она пробивает. Вот это, она развивает давление 70 тысяч атмосфер. Ну давайте посмотрим, что сделали гидрокушки. Какое замерение можно довести? О, парень, кирпичи до полмиллиона атмосфер. Большая наука не может развиваться без экспериментов. Эту истину быстро усвоили и химики, и физики. Чудаки украшают мир. Вон их сколько чудаков. Они собрались на защиту фантастических проектов. Такое необычное мероприятие тоже включено в программу Олимпиады. Оппоненты. Одного из проектов Степе Пачикову из Красноярска. Здесь было несколько проектов, которых думают о других. Конечно, о других думать хорошо, но нужно подумать и о себе. Вот говорят, что Земля расположена выгодно. Но посчитайте, сколько площади, вот, например, ну, Антарктида, там, Гренландия и так далее, покрыта льдом. Также, например, за полярным кругом у нас очень холодно. Я бы не очень хотел там жить. Но вот те же люди, которые живут за полярным кругом, тоже хотят есть овощи, фрукты со своих огородов. А ведь мы должны утеплить землю. Ну, а чтобы ее утеплить, нужно ее подвинуть ближе к солнцу. Известно, что земля вращается, мы будем считать, что она вращается по круговой орбите. Земля всегда стремится сорваться с орбиты, но ей противодействует силам притяжения Солнца. И эти силы равны и уравновешивают друг друга. Значит, если мы затормозим Землю, катаем ее спереди, то она несколько затормозится, и Солнце этим воспользуется и притянет ее к себе. Причем скорость Земли возрастет, и Землю приблизим на 10-15 миллионов километров. Километров, извините. На нашей Земле температура повысится на 10-15 градусов, к чему можно будет за 100 лет приучиться. Но, если желаете, я вам могу описать формулу, при помощи которой я с одним товарищем, который пожелал сохранить инкогнито, он только дал свои инициалы, которые примерно выражаются так, как квадрат D, единица. Ну вот, он помог мне рассчитать,
и выяснилось, что нужно будет приложить силу порядка 2 на 10, так, ну, примерно в 17 степени. А здесь передвинуть землю. Кто, во-первых, поставит здесь двигатели спереди. Ну, можно будет поставить реактивный. А ты умеешь определять все цели? Здравствуй, Шантарктиду! Оптимидного потока не будет? А я не собираюсь оставить Антарктиду. Зачем мне столько? Я немножко раскоплю. И станет теплее. И вот, наконец, самое главное, ради чего съехались ребята. Третий тур. Вершина горы. Олимп, на котором... Чу, слышите? Уже шелестят лавры победителя. Впрочем, вполне возможно, что это просто шелестят тетрадки. И, кстати говоря, конкурс фантастических проектов — это одна из тех традиций, которая, конечно, сохраняется тоже. И вы сможете в этом поучаствовать.
И еще одна важная особенность физмат-школы, которая делает ее уникальной, это то, что наука передается ребятам вам, то есть из первых рук. Это тот лозунг, который еще Михаил Васильевич Лаврентьев сам реализовывал, он сам непосредственно ходил и общался с физмат-школьниками, летними школьниками. И сейчас мы с вами услышим первую, может быть, для многих научно-популярную лекцию от одного из ведущих ученых, действующих Академгородка, и доктора химических наук, профессора и декана факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Резникова Владимира Анатольевича. Приветствуем. Название лекции «Химия versus жизни». Человек на первом году жизни. Как вы думаете, какая это часть общей информации, которую получает человек за всю жизнь? За первый год жизни? Половину. Теперь вопрос, какую часть информации вы успеете получить, то, что будете иметь в жизни, за обучение в летней школе? Бесконечно маленькую. Тогда спрашивается, а зачем учиться в летней школе? На самом деле, в летней школе самое главное – это не те знания о дисциплине, которые вам будут рассказывать. Там ни химия, ни физика, ни математика, и ничто. Это на самом деле ознакомление с атмосферой Академгородка. Она очень располагает. Академгородок – это очень намоленное место. Сюда хочется возвращаться. Это правда. Потому что я сам вообще-то говорю из Средней Азии. Я был в летней школе, но не стал поступать в ФМШ, потому что я и так учился в физмат-школе у себя на родине. Вот вас пугали тем, что вот вы не поступите. Ну не поступите в ФМШ, ничего страшного. Дело в другом. Вам должно понравиться это место. Эти люди, они особые. Вот вы такого своеобразного коллектива энтузиастов нигде больше не увидите. Только здесь. И вам захочется стать таким же. Поэтому, даже если вы не будете учиться в ФМШ или в СУЗ, все равно вам захочется поступить в университет и заняться наукой, чтобы стать таким же человеком, который живет очень полной жизнью. И полнота его жизни складывается не в том, что там он много кушает и хорошо зарабатывает, а в том, что ему жить интересно. Теперь о теме моего сегодняшнего сообщения. Вот удивительная вещь. Любой взрослый химик знает законы Ньютона, знает закон Ома, знает закон Кулона, умеет решать квадратную уравнение. Любой физик, который занимается высокой наукой, взрослый, не сможет нарисовать формулу серных сладков. Удивительно, но факт. Почему-то химия кажется какой-то очень страшной, тяжелой наукой. Может, неправильно преподают в школе, я не знаю почему. Может, ее почему-то боятся. Но дело даже еще и вот в чем. В последнее время химия стала основным пугалом. Вы посмотрите телевизор, любую передачу о здоровом образе жизни. Слово «химия» означает слово «плохо». Слово «нет химии» означает «хорошо». Бывает и так, бывает и не так. Поэтому на самом-то деле, даже не химикам, а людям, которые к химии никакого отношения не имели и иметь не будут, вообще-то говоря, химию знать положено. Ну, хотя бы для того, чтобы выжить в нашем мире. А кроме того, чтобы понять, а правда ли эта химия кому-то нужна? Может, лучше заниматься тайной черной материей? Ну, или на худой конец решать какие-то великие теоремы. Так.
На самом деле, наша цивилизация может быть одна из многих, я не знаю. Учитывая бесконечность Вселенной, может быть, что цивилизация вообще бесконечное множество. Наша цивилизация пошла по странному пути. Мы не меняемся сами под природу, мы пытаемся изменить природу под себя. То есть наша цивилизация, она машинная. И для того, чтобы нам выжить, нам необходимо очень-очень много чего разного. Вот здесь показано, что имеет непосредственное отношение к химии. Вы видите, что это и различные материалы, это и энергетика, это электроника, это пищевая грусть, это все, что окружает нас. Вот давайте мы закроем центральную эту самую квадратик, что у нас останется. Мы будем жить в пещерах, охотиться на пещерных живых, на то, что сможем охотиться, и добывать огонь трения. Кстати, огонь это тоже химия, поэтому тоже есть проблемы. Правда, химия выполняет еще другие функции. Они вот тут тоже обозначены. Это химическое и бактериологическое оружие. Это ядерное оружие, это защитные вещества. Но это уже издержки не самой науки, а издержки нашей цивилизации. В конце концов, физики ведь тоже делают не только различные приборы для изменения чего-либо очень полезного, но ядерное оружие. Кроме того, есть специальные пугалки химии, такие как генно-модифицированные организмы, синтетическая пища, делители вкуса, консерванты. Это то, что сейчас говорят крайне вредно. А сколько это вредно, посмотрим дальше. Значит, итак, химия создает большое количество различных продукций, без которой мы жить не можем, но и часть продукции, которая нам вообще-то по большому счету как гомо сапиенс не нужна, она нужна там политическим каким-то играм. Но помимо этого она, безусловно, проводит целый ряд продукций в кавычках, которые пользуют никакой нам не приносит. То есть в любой химической реакции всегда имеются либо побочные продукты, либо просто используются растворители, и все такое прочее. Поэтому любое химическое производство – это источник различного рода загрязнений. Это и почвы, и воздуха, и всего чего угодно. Дальше – это тепловое загрязнение и парниковый эффект. О парниковом эффекте я чуть попозже скажу. Это, кстати говоря, вот проект видели, да, сейчас рассказывали, про то, что надо температуру поднять на Земле на 15 градусов. У нас сейчас уже бьют тревогу, когда температура растет на 1 градус. Растает Антарктида, поднимется уровень моря, океана метров на 150, и значительная часть вообще суши уйдет под воду. Видимо, этот мальчик еще не знал этого слова. Ну и плюс, бывают еще события, которые нетабельные, то есть не выбросы, которые всегда есть, а то, которые происходят в виде техногенных катастроф. Ну а вы уже знаете, тут Фукусима была совсем недавно, Чернобыль был давно. Но, возможно, кто знает, Пхопал – это самая крупная вообще техногенная катастрофа, не ядерная, химическая, возле которой погибло порядка 55 человек. Я не буду говорить, что там случилось, но это было факт. Поэтому можно сделать и такой вывод, что химия, она вредит здоровью человека, она уничтожает экологию. Из-за этого, ну, опять же, по телевизору можно посмотреть, как показывают новых мутантов, которые будут поедать все, что у нас есть сейчас. И вообще, если мы будем так дальше эксплуатировать нашу землю, то она, в конце концов, будет непригодна для проживания. Поэтому есть необходимость развивать химические производства, но есть и неизбежная опасность. И вопрос тогда. Все-таки, что нам с химией делать? Надо ли ей вообще заниматься? Или можете ее забрать? Что лучше? Жить плохо, но жить? Либо вообще не жить совсем? Но для того, чтобы на этот вопрос ответить, для начала надо понять, что такое вообще химия. Потому что если понимать, что такое химия, то можно всегда уменьшить негативные последствия, неизбежные негативные последствия, которые связаны с производством химического. Как я сказал, это полезно знать и химикам-профессионалам, и тем, кто себя считает физиком или математиком. Хотя я считаю, что на самом деле мы-то еще не физики, не химики, не математики, не биологи. И
вообще не бывает человека физика, не бывает человека химика. Бывает просто человек, которому интересно то одно, то другое. Я, например, в школе лучше всего успел по физике, а стал химиком. И так сложилось. Не потому, что меня не взяли на физику, я не захотел. Мне было интересно. Химия знал меньше всего. Итак, чем отличается вообще-то химия от остальных наук? Вот нарисована здесь одна из реакций. Это реакция синтеза, ДТ-3-магическую стейтию. Образуется ядро гелия, выделяется энергия и ядро. Вопрос, это химическое превращение или нет? Нет. Это, хотя и называется реакция, но это к химии отношения не имеет. С чем работает химия? Вообще, можно сказать так, что химия – это частный случай физики. Любые химические реакции – это на самом деле перемещение электронов с места на место. Это либо электроны от одного атома к другому, либо электроны перемещаются на связь с другим атомом, либо наоборот, со связи уходят куда-то, к одному из атомов. А уж ядра ходят за электронами отрезок. То есть фактически это всего-навсего превращение электрона, сопровождающее перемещение в ядра. И в этом смысле, вообще-то говоря, химия является частным случаем физики. Ну, это, конечно, как сказать, потому что там есть и отдельные особенности химии. А здесь нарисованы просто некоторые простые химические реакции, которые вы уже все проходили наверняка в школе, которые показывают, собственно говоря, что любое химическое превращение – это суть перемещения электронов. Ну, например, растворение хлористого натрия в воде. Я не знаю, как это в школе. Это химическая реакция или не химическая реакция? Ну как, когда я был в школе, говорили так, ну вот возьмем натрий хлор, растворим в воде, раствор, испарили воду, опять натрий хлор, где же реакция? А потому что проходят две реакции, сначала происходит ионизация и сагглотация, то есть образование новых химических связей, перемещение электронов в случае сагглотации катиона от молекулы воды к катиону, в случае аниона наоборот, от аниона к молекуле воды. Это опять же просто перемещение электрона. Ну а когда мы воду спаяем, происходит обратный процесс. Реакция нейтрализации. Это тоже химическая реакция, но она тоже описана просто переносом электронов. Что на самом деле это у нас происходит? Это пара электронов, гидроксиданиона, переходит на связь с протоном, образуется молекула воды. Оксидно-восстановительная реакция. Это ведь тоже, на самом деле, перенос электронов из одного атома на другой. Такого не бывает, потому что бром получит в виде молекулы. А что происходит на самом деле? У нас электроны поступают с гидроксид иона на связь с атомом брома. А связь бром-бром появится. Ну и дальше еще один перенос электронов, который появится с продуктом реакции. То есть любая химическая реакция это перенос электронов. Правда, вода сама по себе это особый растворитель, потому что у него есть, скажем так, некая упорядоченная структура. Она не очень прочная, у воды память очень короткая. Но вот вспомните, с какой скоростью перемещается электрический ток по проводам, когда мы приводим к нему разный потенциал. Мгновенно, да? Со скоростью распространения поля, со скоростью света. Вопрос, с какой скоростью будет протон перемещаться по водному раствору электролита? Тоже. А с такой же. Но, как и в случае проводника, у нас перемещается не тот электрон, который стоял в начале, оказался в конце, а совсем другой электрон. То же самое и здесь. Из-за того, что у нас имеется упорядоченная структура, смещение протона с одной стороны приводит к перемещению протона далеко, с другой стороны. И это опять же суть перемещения то у нас место на место. Здесь просто приведен пример органических реакций, которые тоже описываются всего на все переносом электронов. Это стандартная реакция окисления изопропанола в ацетон, значит, образование сложных эфиров. Значит, есть часть реакции, которая происходит в живых организмах. По сути, это тоже обычные химические реакции, где опять же перемещается электрон. Чем отличается реакции, которые происходят в живом организме, от тех, которые происходят в комнате? Да ничем. У них одинаковый механизм. Но
они происходят в специально организованной среде. То есть, когда надо двум молекулам встретиться и как-то поделиться электронами друг с другом, этому способствует фермент. В этом случае реакция происходит быстрее и селективнее. То есть фермент – это просто некий катализатор, обыкновенное химическое вещество, может даже интермедиатор, но это обыкновенная химия, органическая химия. И вот две реакции, которые есть нарисованы в качестве примера, человечеством используются уже, наверное, несколько тысяч лет. Одна направо – это получение этилоспирта, вторая налево – это получение уксусной кислоты. То есть уксус и алкоголь человек научился делать задолго до того, как появилось слово биотехнология, хотя, по сути, это типичный процесс биотехнологический. Ну, а реакция, которая нарисована сверху, этих двух реакций, это окисление этилоспирта в уксусный альдегид. Зачем это нарисовано? А затем, что когда этот самый спирт, произведенный, скажем, ферментацией глюкозы, попадающий в жидкий организм, он там живет не вечно. Он превращается в фермент в алкоголь-дегидрогеназы, который потом, собственно, выделяется из человека. То есть, на самом деле, что это означает? Что, то есть, если у человека есть специальный фермент, который способен превращать этиловый спирт. Это означает, что этиловый спирт является нормальным метаболитом человека. Он там образуется, он там распадается, он участвует в разных превращениях. Это я не агитирую за пьянство. Это я просто говорю, что на самом деле это в каком-то смысле пищевой продукт. Теперь давайте посмотрим, какие есть разные основной неорганический синтез. Производство металлов, всех фактически, это типичная химия. Почему? А кто видел, в природе находятся металлы? Практически все это оксиды. Чтобы нам металл добыть, нам необходимо его восстановить. Вот вам, пожалуйста, основное химическое производство по решению получения железа, восстановления оксидов углерода. Есть, конечно, элементы, которые находятся в природе в виде металлов, например, золото, да? Но когда его добывают, там тоже используются химические превращения. Ну, скажем, превращение золота в его комплексы с цианидами, последующее потом восстановление этих цианидов в металлическое золото для отделения его от всего остального. Это тоже химия на самом деле. Цемент – это одно из самых крупнонажных производств в мире, которое производится больше всего углекислого газа. Графит, кокс – ну это понятно ничего. Кислоты, щелочи, соли, минеральные удобрения – все-все прочее-прочее. То есть нам много разной неорганики нужно, либо непосредственно, либо для дальнейших превращений. И как я сказал, это обязательное загрязнение. В первую очередь тепловое загрязнение. Что такое тепловое загрязнение? Это опять же к вопросу о средней температуре в шаре. Она может повышаться из-за наших производств, которые мы сами же и делаем. Насколько это значимо, это вопрос отдельный. Но сейчас это модно обсуждать. Ну и кроме того, скажем, то же самое золото, оно же обычно кусками не лежит на земле. Чаще всего сопровождает, например, мышьяк. А мышьяк – это не очень полезный, вернее, скажем так, очень вредный элемент, поскольку все его соединения ядовиты для человека. И при добыче ряда полезных ископаемых, того же золота, меди, никеля, этот мышьяк добывается из земли и успешно распыляется по окружающей среде. Что не есть хорошо. Та же ртуть, которая тоже попадает как сопутствующий или в процессе добычи элемент, она опять же весьма пагубно влияет на окружающую среду. Органический синтез основной. Вот он основан, конечно же, главным образом на газе и нефти. По объемам тоннажа, конечно, он меньше, чем неорганик. Но вот насчет цены и значимости, это вопрос дискуссионный. Правда, хотя я говорил Дмитрий Иванович Менделеев о нефти, о том, что топить можно ассигнациями, все равно у нас нефть в том или ином виде сейчас топится. Ну, понятно, что нефть – это основа топлива. Это и моторное топливо, это и бензин, и солярки, там, и дизельное топливо, и все прочее. Но это, конечно же, и основа органического синтеза.
Большая очень ветка – это синтез газ, который можно получать либо конверсией метана, либо из углерода. Ну и то, и другое – это ископаемое, которое добывать. И синтез газа, в принципе, делается все. Тут бензин и метанол нарисованы просто как, ну, бензин – это конечная точка, а вот метанол – это огромное дерево органического синтеза, которое строится на метаноле, формальдегиде, хлорине кислоте и так далее. Лесохимия. Это тоже очень-очень большой блок. Я о нем чуть потом подробнее скажу, что это не только бумага, хотя это много. Это не только там мебель, изделия, Это еще и синтетические ткани, это еще и порох. Это еще и целый ряд полезных терапевтических веществ, которых делаются в том лекарственном препарате. Синтез мономеров и полимеров. Это, наверное, самый двухтоннажный органический синтез. То есть полиэтилен, полипропилен, все прекрасно знают. Тефлон, каучук, резина. Все это делается, грубо говоря, сейчас из нефти. Из газа. Значит, вот тут просто привели некоторые изделия, которые, ну, такие типичные. Значит, слева сковородка с тефлоновым покрытием, все видели. Внизу это бронежилет из кевлара. Кевлар – это полимер, полиамид. А справа нарисован бассейн. Это бассейн в городе Пекине, в Олимпийской деревне. Это вот все покрытие его сделано из тефлона, на самом деле. Ну, а изолента – это полихлорвинил. Вот еще очень распространенные тоже полимеры – это поликарбонаты. Тут нарисованы, правда, химические формулы, хотя я очень хотел, чтобы формулы здесь не было, но без них совсем не обойдешься в докладе, который имеет отношение к химии. Причем из поликарбонатов делают не только вот, тут же нарисована теплица, но это некий заменитель резины. Скажем, те же самые подошвы, колеса, набойки всякие, это все тоже вот, поликарбонат, полиуретан. Ну, кстати говоря, если полиуретан наполнить газом, значит это полипеноуретан. Называется поролон. Тоже все, наверное, знают такую материю. Теперь вот немножко про эту самую лесохимию. Вообще человечество потребляет очень много тканей. И очень большая этих тканей. Ну, фактически есть всего два разных типа натуральных тканей. Это белковая ткань, это шелк, которая производится из этим самым крутым шелкопрядом. И целлюлозная ткань. Значит, основной поставщик целлюлозной ткани – это, понятное дело, хлопок, потому что в нем целлюлоза в самом начале растет в виде тех самых ниточек, с которых можно потом легко ткать. Лен – известная культура, да, наверное, с которой делают ткани. Менее известная вам ткань, самая культура – конопля. Коноплю, на самом деле, раньше в России, в Советском Союзе даже, выращивали в огромных количествах, не чтобы курить, а для того, чтобы из нее делать волокно. Пенька, патля, мешковина, то есть более грубые виды волокон ткани делались из коноплю. Ну так вот, целлюлоза – это основной строительный материал древесины. Ее там очень много, но она неудачно устроена. Очень тяжело, скажем, из опилок сделать, соткать ткань. Там очень короткие волокна, и в них там вообще нет. Вот для бумаги это еще годится. Кстати, все знали бумагу делать. Бумага – это чистая целлюлоза. Измельченная, которая отбеленная. А дальше просто в нее формируют те самые, скажем так, тонкие пластинки, которые дальше сушат. Но я не хотел не об этом сказать. С целлюлозы на самом деле можно делать настоящие волокна, только для этого нужны небольшие химические модификации. Причем, есть такая вещь, называется вискоза. Я не буду говорить про химию этого процесса, скажу только следующее. Что целлюлозу можно превратить в водорастворимую форму путем некой химической модификации. Если потом полученный раствор, который называется вискоза, через леечку тоненькими стойками выливать разбавленный раствор кислоты, то она будет снова пришла в целлюлозу, но уже в виде нити. Это уже будет у нас вискозное волокно.
А если это делать тоненькими-тоненькими пластиночками, наливать на слой кислоты, наслаивать, раствор просто вискозы, то у нас получается другой полимер. Целлофан называется. Вот когда вам в магазине говорят, что вот в этом пакетик целлофановый, не верьте, пакетик не целлофановый, он полиэтиленовый или полипропиленовый. Потому что если вы подожжете пакетик из магазина, чем он будет пахнуть? Паленой свечкой. А для того, чтобы это был целлофан, он должен пахнуть паленой бумагой, потому что он есть бумага. Перейдем дальше. Если мы возьмем более толстый слой того же самого вискозы, превратим в более толстый слой полимера, того самого твердой формированной материи, то он называется кирза. Своим символом советской армии были кирзовые сапоги. Или кирзовые, как вам больше нравится. Так вот, они сделаны из дерева. Целиком. То есть, можно сказать, что обувь там шили у нас тогда из дерева. Ну, кроме того, небольшие еще химические модификации позволяют превращать целлюлозу в растворимые формы. Ну, скажем, тут придется слово сказать, это целлирование ацетатный шелк. Просто, когда происходит модификация молекулы целлюлозы, она становится растворима в органических растворителях. Ну, типа там, ну, есть растворитель органический. И тоже можно будет тогда формировать эту штуку в виде нити, выливая раствор в воду просто. Значит, еще один очень важный продукт, получаемый модификацией целлюлозы, называется пероксилин, тринитр целлюлозы. На самом деле, из нее делали в свое время не только бездымный порох таковой. Его еще модифицировали пероксилен растворением в камфоре. Получался целлулоид. И счастливое детство, которое я проживал, было в ту эпоху, когда очень много что делалось именно из целлулоида. Это были фотопленки, это были вот пупсы. Они были целлулоиды. А как вы думаете, какое основное свойство у тринитра целлюлозы может быть, даже если чем-то модифицировали? Она замечательно горит. Поэтому все школьники, которые, будущие химики, а также физики и математики, устраивали различные пиротехнические изделия, все этим пережили, с использованием пироксилина, который был доступен, попадался в магазине. Любая расческа могла послужить, скажем, основой для изготовления маленького ракетного двигателя. Чего все делали? Краситель. Это тоже очень важный, на самом деле, раздел химиков продажный. Здесь нарисован фталоксаниновый краситель, который, один из которых применяется, многие фталоксаниновые красители используются для полиграфии. Причем полиграфии очень высококачественные. Например, ими красят деньги. Вот внизу нарисован азокраситель. Тут тоже забавная вещь. Возьмешь кроссворд, а там написано. Краситель, написано анилин. Анилин это не краситель. И даже вот, если посмотреть на этот краситель, анилина здесь и не было. Хотя вот этот кусочек, который справа, сыровенный, он немножко на анилин похож. Он пара так берег с анилин. Это азокраситель. Они тоже широко распространены сейчас во всем мире. Ткани красятся с помощью этих красителей. Индиго. Значит, если вспомнить историю, индиго в свое время добывали из растения индигофера, которая в Сибири у нас не растет, и в Европе не растет. И стоило оно безумных денег. Дороже индиго стоил только благородный пурпур. Вот тут справа, который я назвал, очень похожий на индиго, только там две молекулы, два атома брома появились. Его добывали из маленьких-маленьких ракушек, называется иглянка. Стоило это безумных денег. Поэтому, скажем, то, что бывают сейчас джинсы индиговые, это понятно. А вот пурпурную мантию во времена, когда это, как сказать, носилось, могли носить только лица королевской крови. Это был закон. Ну, а стоимость самого красителя была в разы дороже, чем по весу, чем золото. Сейчас это делается легко синтетически. Поэтому эти красители, скажем, тот же индиго, он сейчас стоит вообще копейки. Его используют как оптический отбеливатель, то есть как синтез для белья. Побелку добавляют, да мало ли где.
пункт, гектар дешевый. Химические средства защиты растений, гербициды и анахимикаты. Ну, на самом деле, тут можно, очень много чего можно рассказать. Самое мирное и простое – это средства от комаров, типа дета и этилфталат. Сейчас очень много различных изделий можно в магазине встретить, там, которые для детей, которые безвредные, которые тушат 5-10. Но все настоящие репелленты, то есть эти вещества для комаров, для мошки, для клещей, они не ядовиты. Они просто не знают, как пахнут. Они их аттрактанты, а не репелленты, здесь написано. Нет, прошу прощения, репелленты. Вот. Так вот, любой хороший репеллент всегда содержит либо дету, либо этилфталат. Сейчас, правда, появились новые препараты, которые тоже могут делать то же самое, но их эффективность обычно меряют относительно дета. Если они хотя бы не уступают, то считается, что нормально. А более эффективных просто нет. Известное слово карбофос. Я не знаю, наверное, вы видели мультфильм про трех колобков, про двух колобков, которые следствие колобки. И там был плохой иностранец по имени карбофос. Так это не он. Это негахимическое вещество, которое смертельно опасно для всех. Что интересно, что по структуре оно очень похоже на боевые отравляющие вещества, которые, к сожалению, используются на людях. Это заин, например, там, заман, там просто атомы кислорода, не на атомы серы. И даже механизм действия такой же на организм насекомого, как и этих самых заина, допустим, на организм человека. Но вот одни ядовиты для одних, другие для других. Сейчас появились более современные, более интенсивные вещи. Я то есть слайд покажу. А вот слева нарисована формула ДДТ. Опять же, возможно, вы думаете, что ДДТ это так называется группа Шевчука. Но она так называется. Но не потому, что это слово придумал он. Это просто он использовал эту аббревиатуру, которая была давно известна. Одно из самых страшных заболеваний человека, которое было наряду с чумой и оспой, это малярия. А разносчик малярии – это комарик. Ну так вот, благодаря ДДТ малярия на Земле в 30-х годах прошлого столетия была практически полностью уничтожена. Комары все сдохли. Сейчас, правда, они снова стали появляться. Почему? По очень простой причине. Этот самый ДДТ оказался крайне устойчивым веществом. Он практически не разлагается в окружающей среде. Его нашли в крови пингвинов. Вряд ли они там травили комаров. Это означает, что он долетел туда естественным путем. И поэтому начали ДДТ запрещать во всем мире. Ну, они снова сейчас плодить комарики. Просто это очень дешевое, очень надежное средство. А вот из нового, то, что я обещал сказать, это называется производная хризантемовой кислоты или перитроид. Значит, вещества подобного типа содержатся, например, в ромашке лекарств. Их модифицируют, и они становятся настоящим боевым отравляющим веществом для насекомых. На самом деле, еще наши бабушки, даже мои бабушки, не ваши, использовали ту же самую ромашку для того, чтобы бороться от моли. Складывали просто, и моль дохла. У этих веществ очень интересное действие. Просто насекомое в своем развитии происходит в несколько стадий метаморфоз. Так вот, эти вещества, они нарушают переход из одной формы в другую. Например, она стала бабочкой и не может стала куколкой и не может стать бабочкой. Или, допустим, она стала, допустим, гусеницей, но не может превратиться в куколку. И кроме того, они очень высокоострые, как сказать. Поэтому для насекомых, для людей они почти не ядовиты. Поэтому сейчас вот такие вот вещества, очень похожи на природные, используются для борьбы с насекомыми. Есть, правда, одна печаль еще, то, что химию иногда не зря ругают, что она вообще-то опасна. Значит, есть такие вот препараты, гербициды, которые начинают расти. Значит, в частности, дефолиант. Один из них называется 2,4,5-Т, вот нарисовано посередине формулы. На самом деле вещество довольно неопасное, люди не ядовитое, и, кстати, и сейчас оно используется в разной композиции. Но наиболее широко его распространяли и использовали американцы, когда воевали во Вьетнаме. Значит, они просто поливали джунгли для того, чтобы хорошо было видно, где спрятались партизаны.
Но оказалось, что у этих самых бедных американских летчиков, которые контактировали с веществом, началась экзема очень сильная. Это называлось хлоракнием. Но это было тоже мелочь. Хуже было другое, что потом они, когда вернулись домой, у них рождались дети уроды. А вся причина была в том, что в этом веществе была маленькая примесь, которая называют сейчас диоксином. И вот бесконечно малые примеси практически не ядовитого вещества, потому что его токсичность только всего-навсего раздражение кожи. Зато он обладает очень сильным тератогенным эффектом. Поэтому диоксиновая проблема, она существует во всем мире сейчас. И как с ней бороться, это вопрос. Потому что предел обнаружения этих веществ часто существенно выше, чем допустимая концентрация. Это очень сложная проблема на самом деле. Моющее средство. Как работает мыло, вы, наверное, и так уже знаете. Вот дело в том, что мыло – это продукт натуральный. Откуда он берется? Это просто-напросто гидролиз природных жиров, не пищево, без большого пищевого значения, и выделение натриевых солей, этих самых пищевых. Это и есть, собственно, мыло. А сейчас по телевизору говорят, что мыло плохое, у него неправильный pH-фактор. Что такое pH, наверное, уже в школе проходили, большая ваша часть. Понимаете, что действительно у соли слабой кислоты и сильного основания должна быть щелочная среда. Истинная правда. Но этот продукт натуральный. А вот справа нарисована формула основного моющего компонента мыла DAF. Как хорошо видно, это уже соль не карбоновой кислоты, а сульфокислоты. Сульфокислота, конечно же, более сильная кислота, чем карбоновая. И поэтому pH раствора такого мыла будет нейтральным. Но надо все-таки понять, мы что хотим. Химия-то хорошо или плохо? Потому что в природе нет таких соединений. Это синтетические продукты. Причем кусок-то слева берется, конечно, из того же мыла, а вот кусок справа – это продукт органического синтеза. Это сульфирование, то самое пропена. Фреоны. Тут надо тоже как-то несколько слов. Очень важное соединение, которое в свое время широко используется и сейчас широко используется. Где они сейчас хорошо широко используются? В холодильниках. А раньше еще использовали во всяких разных этих самых прыскалках для распыления веществ жидких, которые находятся в баллончиках. Протеланты называются. Но потом кто-то сказал, может быть, правда, что фреоны способны разрушать озоновый слой. Об этом я еще позже скажу. Их повсеместно запретили. Значит, вместо холодильников фреоновых стали делать холодильники аммиачные. Но оказалось, что аммиак-то намного ядовитее фреона. Фреон вообще не ядовитый, не горючий. Аммиак ядовитый. И стоят они дороже. Поэтому бытовые холодильники все остались фреоновыми. А вот все эти баллончики в шипалке перестали быть фреоновыми. А чем теперь выгоняют жидкость из баллончика? Углеводородами газообразными. Поэтому они стали пожароопасными. Поэтому если какой-нибудь тот самый, не знаю, там, дезодорант какой-нибудь и его на зажигалку направить, то будет фактом. Потому что это все горючее. Не потому что горючее содержимое, а горючий газ, который вот выбрасывает. На самом деле еще вот одно интересное соединение, пертортикалин называется. Отличаешься тем, что в нем хорошо растворяется кислород. И вот то, что здесь нарисовано мыша в аквариуме, это не просто так, что я люблю мышей в аквариум садить, а то, что на самом-то деле, если этот самый пертортикалин насыт кислородом и засунуть туда мышь, она сможет там дышать. То есть, это должна понять, что наполнение легкой жидкостью – это не смертельно для нее, это просто такой способ дыхания. Вообще их пытались в свое время использовать в качестве кровезаменителей, потому что, понятно, что у него никакого вирус-фактора нет, а кислород он переносит. И когда надо срочно что-то перевить, в принципе, можно было заливать в вену человека именно пертортикалин. Это особо актуально стало сейчас, потому что сейчас вместе с переливанием крови можно себе кучу инфекцию перевить, типа того же самого ВИЧ или там гепатита. А эта штука явно не страдает ни тем, ни другим. Правда, она должна быть очень чистой, потому что хотя бы один атом водорода в этой молекуле вместо фтора
И эта молекула очень ядовитая. Ну и, наконец, еще одно, а эту вот молекулу, там скафандр нарисован. Возможно, кто-нибудь из вас видел фильм «Бездна» Кэмерона, где некий дяденька спускался очень глубоко в специальном скафандре, в котором была налита жидкость. На самом деле, это как раз речь шла о том, что в качестве мыши используют человека. Для того, чтобы не было паратравмы легких, понятно, что легкие не могут выдержать такой большой перепад давления снаружи, там сотни атмосфер, внутри там фактически ноль. Лучше, чтобы они были заполнены жидкостью. И такой проект, на самом деле, скафандр глубоководных, где вместо той же самой смеси, допустим, гелия с кислородом, используется вовсе даже дикалин эртон, насыщенный кислородом. А сзади у него еще стоит баллон с кислородом, который просто насыщает самый эртон дикалин, происходит дыхание. Но не газовое, а жидкость. Я не знаю, есть какие реальные скафандры, но в принципе это вполне решаемые технические проблемы. Теперь по поводу озонового слоя. Значит, возможно, вы знаете, что такое, или должны знать, что такое озон. Это просто одна из модификаций атомных кислорода, которая из трех атомов. И образуется она высоко в стратосфере под действием космического излучения. Благодаря этому эта реакция образования озона, часть этого излучения поглощается. Кроме того, озон, который образуется, он в свою очередь поглощает это же самое излучение и распадается снова на кислород. Так вот, роль озонового слоя в чем у нас заключается? В том, чтобы поглощать жесткое ультрафиолетовое поглощение, излучение Солнца. А что было бы, если бы оно к нам пришло? Мы бы не просто загорели, мы просто бы все вымерли. Потому что вот такого рода световая энергия достаточно для того, чтобы, например, у нас из молекулы воды превращались в молекулы радикалов. А уж сложные молекулы, белки, тем более. Поэтому надо просто бы не было без этого самого озонового слоя. И говорят, что действительно фреоны уничтожают озон. Один из путей, доказанных совершенно путей уничтожения озона – это взаимодействие с углеводом. Это правда. Истинная правда. Но дальше говорится следующее, что из-за этого возникают озоновые дыры. Озоновые дыры – это зоны, где концентрация озона в стратосфере мала, и там очень большой уровень излучения. Где находится самая большая озоновая дыра? Над Антарктидой. Я сомневаюсь, чтобы тамошние пингвины пользовались холодильниками или спреями, содержащими фреон. Это означает, что природа озоновых дыр не такова. Это не взаимодействие с фреоном. Потому что сами фреоны вообще-то говоря неустойчивы в атмосфере, они там возлагаются. Они не могут долететь в Антарктиду. А вот где точно бывают дыры, правда меньшей величины озоновых, это там, где происходит запуск твердотопливных ракет. То есть не ракет, а твердотопливных ускорителей. Ну, у нас все летает на керосине, у американцев все летает твердотопливных ускорителей. Так что большая озоновая дыра находится в Канаде. Она увеличит своим запуском. Теперь насчет все-таки повышения температуры парникового эффекта. Тут тоже довольно все интересно. Ну, что такое парниковый эффект? Наверное, все представляют, но не очень. Смысл простой. Значит, если мы возьмем, например, определенный парник, то он пропускает более коротковолновое излучение, УФ-излучение. УФ, коротковолновый УФ он не поглощает, а УФ ближе к свету, видимому свету он пропускает. То есть загореть через стекло нельзя. Там нет нужной длины волны. Значит, дальше этот свет поглощается почвой, ну или воздухом, который там находится внутри. И дальше может идет тепловое излучение. А вот тепловое излучение может не проходить через тот же самый слой, из которого сделана та самая парник теплицы. Так вот, атмосфера, она устроена именно таким образом, что она более-менее легко пропускает коротковолновое излучение и не выпускает из себя длинноволновое излучение, тепловое излучение. Из-за чего она, собственно, и нагревается. Какой? Значит, на самом деле, здесь написаны основные парниковые газы. Что такое парниковый газ?
это газ, который поглощает это длинноволновое излучение. Так вот, самый сильный парниковый эффект имеет вода. То есть больше половины всего парникового эффекта на Земле обеспечивают пары воды. Вовсе даже. А не СО2, углекислый газ, который максимум по оценкам, до 25% эффективность. Очень сильно поглощает в инфракрасной области метан. Но метана в концентрации в атмосфере маленькая. И поэтому его доля небольшая. Озон – это тоже парниковый газ. Но бороться с озоновым слоем – это бессмысленно. Потому что, ну хорошо, у нас не будет парникового эффекта, и нас не будет. А фреоны где-то там очень далеко за скобками находятся. Они никакого влияния вообще на парниковый эффект, на концентрацию озона не имеют. Но теперь пойдем дальше. Вот откуда же берется то же самое диоксид углерода, метан в атмосфере, оксиды серы, да, из этой деятельности человека, то есть химии. А еще, вообще говоря, они естественные продукты, которые, скажем, большая часть СО2 и СО2 выделяется в атмосферу вовсе даже не благодаря работе человека, а благодаря вулканам. СО2. Это нормальный продукт, который выделяет все живое на нашей планете. И растения, и животные. Они потребляют кислород, выделяют СО2. И этот объем несравненно больше того, что выбрасывает человечество. Поэтому, когда говорят, что надо сокращать, там, допустим, выброс тех самых парниковых газов, отчасти это да, но не надо из этого культа делать. Это не есть трагедия, это есть не очень приятная возможность. Но никак не результат. То есть глобальное потепление не может быть результатом деятельности человека. Это, скорее всего, один из других процессов. Ну, это просто любопытная химическая вещь, которую хочется сказать. Это просто. Значит, есть такие вот грибочки, которые вы увидите, они в каком-то городке живут. Вот сейчас они будут вырастать на этих самых, на газонах. Называется это дело навозник белый. В этом навознике белом присутствует вот такое вещество, которое называется тетраэтилгеланосульфид. Оно нарисовано, что оно, не важно, не берите в голову. Важно другое, что если это вещество попадает в кровь человека, а потом попадает в сода-алкоголь, который охладился вначале, то возникает жуткая аллергическая реакция, вплоть до смертельного исхода. И вот на действие этого вещества устроена как раз борьба с алкоголизмом. Но это еще означает, что если эти же грибочки пожарить и скушать, то ничего страшного не случится. А вот если еще причем алкоголем запить, то последствия могут быть тяжелые. А нашли это явление совершенно случайно. Просто эти вещества используют для вулканизации резины. И выяснилось, что в одном из цехов, где используется вот это вещество, ни один работник не пьет алкоголь. Потому что он не может. А сейчас это широко используется. Ну и еще пару слов про тонкий органический синтез. Сейчас это очень модно и вкладывается очень много денег. Это электроника, на самом деле, на основе органической элементной базы. Что она позволяет делать? Она позволяет делать, например, гибкие экраны. И они, как ни странно, дешевле, чем монокристаллы могут быть. И коэффициент по результатам их могут быть больше, чем то, что пока что используется. Скажем, те же самые LS-LCD и LED-мониторы сейчас уже делаются на основе органических соединений, которые обладают свойством жидких кристаллов. Что такое жидкий кристалл? Это больше такая штука. Ну, понятно, что кристалл – это когда у нас все молекулы, атомы упорядочены и живут в своих местах. У них есть упорядоченное ближнее взаимодействие. Жидкости там у нас нет никакой упорядочности. А жидкий кристалл – это промежуточная вещь. У него и частично сохраняется дальняя упорядоченность. Если молекулы, допустим, полярны, и мы прикладываем к ним напряжение, то они могут быть ориентацию направо, налево. В простейшем случае это просто как-то прозрачно, непрозрачно, переключатель. Ну, лекарства. Это самый, наверное, большой по объему, по деньгам
сидит, которая бывает. Я сначала нарисовал, а потом решил, что, наверное, вам это рассказывать будет долго. Я просто хотел сказать пару слов, что вообще говоря, лекарственные препараты – это очень сложная и непонятная вещь. Конечно, сейчас есть биоорганический синтез лекарственных веществ. Как это делается? Это вообще уже не химия, это биохимия, скажем так. Вот, например, нам необходимо разработать лекарство для некоторой страшной болезни. Что делается? Берется возбудитель этого заболевания и вводится, ну, например, ламя или верблюд, в крайнем случае свинье. Почему именно этим животным? А потому что, как ни странно, метаболизм этих животных, похоже, ближе к человеку, чем все остальные. Значит, животное заражается, у него возникает иммунный ответ. То есть нарабатываются некие антитела белковые, которые должны бороться с заболеванием. После чего эти самые антитела из организма животного добывают, устанавливают строение этих антител, устанавливают, какими именно нуклеиновыми кислотами кодируются эти самые белки, синтез этих белков. Создается конструкция, где вшиваются необходимые эти самые гены для производства этих белков. Появляется синтетический генно-модифицированный организм, микроорганизм, который нарабатывает в качестве продукта своей жизнедеятельности те самые белки, которые являются антителами для той самой болезни. После чего эти антитела добывают белки из самой культуральной жидкости и готовят себе лекарства. Вот это вот самый сейчас надежный способ лечения любых болезней. Он дорог, он сложен, он наукоемок, но он работает. Но есть еще химия простых соединений. Ну, типа там аспирин какой-нибудь, например. Их тоже не отменяло, они все равно есть по-прежнему. И вот тут возникают разные интересные вещи. Вот я не знаю, в 10 классе, в 11 классе, может быть, в 11, когда проходит органическую химию? Что такое оптическое замерение, знаете? Ну, на всякий случай. Итак, две молекулы могут отличаться, как две руки, правая и левая. Они называются антитела. Организм человека, он тоже оптически активен. В нем функционирует только один энантиомер каждого из активного вещества, которое там есть. Поэтому, если попадает в организм некая молекула, то способ, результат этого взаимодействия зависит от того, какой именно оптический изомер мы взяли. Ну, на самом деле, в молекуле аспирина, допустим, нету никакой хиральности и нет у нее энантиомеров, она оптически неактивна. Но есть вещества, которые оптически активны, и они как раз являются сейчас используются в качестве лекарственных препаратов. И тут возникает очень неприятная одна штука. Вот здесь нарисована формула вещества под названием талидомид. В свое время его было предложено использовать в качестве очень мягкого снотворного средства. Но выяснилось, что один энантиомер этого вещества действительно является заместителем снотворного. А второй энантиомер является тератогеном. То есть его рекомендовали использовать, например, беременным женщинам. А те, кто его использовал, те потом рожали уродов. Значит, ну, решили, что, ну, да, там это были очень большие суды, разборки. Но самая большая печаль-то еще в том, оказалось, что это вещество можно выделить на энантиомер. Выделить только один энантиомер, то в организме человека он рацемизуется. То есть превращается в два энантиомера. Поэтому, увы, в качестве лекарства, как снотворного, это использовать нельзя. Это один маленький такой нюанс, который просто показывает, какая сложная штука синтезировать новое лекарство. Хотя надо отдать должное, талидомид сейчас используется в качестве лекарственного препарата, но в общем даже от проказа и от бессонницы. Очень большое значение имеет растворимость вещества. Потому что вот взять кусок аспирина, положить себе в желудок, он может там дырку пробить. То есть очень важно, чтобы вещество быстро растворилось. Это тоже отдельное искусство. Но при этом таблетки должны разваливаться. Поэтому одно и то же действующее вещество может быть эффективнее и менее эффективно, потому что у него будут разные биодоступности. А биодоступность из-за того, как сформирована лекарственная форма. Вот еще парочку, даже не пугало, а так, для информации.
Есть такое страшное утверждение, что все копченое является канцерогеном, а также все жареное. Насчет всего жареного — это все обман, конечно, а все копченого — в этом есть элемент разумного. То есть действительно, при копчении, если при соблюдении режимов, возможно образование нитрозоаминов. Нитрозоамин — это канцероген. Откуда они там берутся? В мясо, в консервы добавляют нитрит натрия. Зачем? Это не консервант. Он улучшает внешний вид. Мясо становится более розовым, более красивым. Но в условиях копчения он может превращать белки, которые есть в мясе, в канцероген. Поэтому при нарушении регламента действительно копченая колбаса может оказаться канцерогенной. Кстати, о копчении. Сейчас модно использовать коптильные жидкости. Ну, в идеале коптильная жидкость — это что? Это берется дым, пропускается через воду, он там накапливается, а потом там замачивается изделие, ну, как копченое получается. В этом, на самом деле, необходимости технологической нет, потому что основное вещество, которое обеспечивает запах копчености, — это глайкол. Оно легко синтезируется, его можно добавить там, до окраски, добавить туда кто-нибудь там лавы, в смысле сажи, и будет коптильная жидкость. Дешево и сердце. И заодно еще одна интересная вещь. Из глайкола в Агустаде делается ванилин. Вот ванилин, который делается из глайкола, ничем не отличается от правильного. Только стоит намного дешевле. Если вам будут говорить, что вот ваниль, которая настоящая, она вот правильная, потому что правильная антимия, там нет антимия, а химический состав будет совершенно одинаковый. Еще одна важная вещь — это подсластители и пищевые добавки. Есть много веществ, которые значительно слаще сахара. В тысячи, даже не сахара. Не все их желательно кушать. Поэтому на самом деле, конечно, надо быть минимально химически образованным, чтобы знать, что, скажем, сахарин есть можно. Он слаще сахара 500 раз. Поэтому совершенно не калорийный. Что приятно девушкам, которые заботятся о своей фигуре. Да? А вот цикламатом есть нельзя, потому что в цивилизованных странах они запрещены как потенциальные канцерогены. Аспартам значительно слаще сахара. Он безвреден. Хотя некоторым его есть нежелательно, потому что при гидролизе он дает фенилаланин, а фенилаланин для некоторых людей — это аллерген. Хотя это и аминокислота, которая является нормальной для человека. Глутамат натрия. Значит, добавляется как усилитель вкуса. Это очень интересная вещь. Значит, почему он усиливает вкус? Потому что когда он попадает на язык человека, он дает сигнал такой же, как употребление белков. Плюс употребление глутамата показывает организму, что он ест кусок мяса. Его все время выделили впервые из соевого соуса. И с тех пор его сейчас используют в массы, для того, чтобы невкусный доширак сделать вкусным дошираком. Или условно вкусным. Ну и еще пару слов. Время кончилось, да? Сейчас я там быстренько добегу и скажу. Для чего еще надо быть грамотным в химии? Сахар. Бывает бурый, бывает белый. Что из чего делают? Белый делают из сборов. Почему тогда бурый сахар стоит дороже белого? Как сахар может повышать сладкость? Как? Очень просто. Добавить подсластители. А зачем? Соль пониженной содержанием натрия. Но можно добавить калий. Масло без холестерина. Вы видели такие этикетки? В растительном масле не бывает холестерина, если туда специально не добавить. Мочевина и карбамид – это синонимы. Спрашивается, покупали ли где он, если бы сказали, что он с мочевиной? Можно ли отличить на вкус масло натуральное от масла типа маргарина? Нет. Очень модное слово – омега-кислоты. Любят показывать по телевизору самые лучшие омега-кислоты, где находятся? В оливковом масле, да, и в красной рыбе. Желательно в семге. Больше всего находится омега-3 и омега-6 кислот в льняном масле и в рыжиковом масле. А в каком-нибудь треске в печени значительно больше омега-3 кислот, чем в семге. В десятки раз. Итак, зачем даже не химику изучать химию? Есть это несколько причин. Во-первых, это интересно. Я не имею в виду, что взрывается и горит красиво. Это просто интересно. Во-вторых, химик – это человек, который сам создает материю. Вот физики, они ее изучают. Вот они открыли новую частицу и сказали: ах, как здорово, все в восторге.
Химики за один год синтезируют миллионы новых органических молекул в природе несуществующих. А потом изучают, и все еще более используются. Дальше. Мы никуда от химии вообще не денемся. Потому что либо мы назад в пещеру, либо будем все-таки пытаться быть цивилизованными людьми. Ну и последнее. Даже если вы не химик, то всегда полезно знать, где химия правда опасна, а где вас просто пугает. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Владимир Анатольевич, за очень содержательную, такую практичную лекцию. Дорогие друзья, коллеги, сейчас вашему вниманию фильм, новый фильм о СУЦНГУ от НСУ Life. Нельзя сразу зал. Когда я узнал, что есть такая школа, где собирают лучших детей со всей Сибири, и не только, мне было интересно, смогу ли попасть туда. Уникальный социум талантов, все чего-то хотят и могут, и делают, и достигают, и получается. Вот если в такую среду попасть, то это драйв. Если ты хочешь, чтобы твое будущее было сделано тобой, чтобы ты управлял своей жизнью, то тебе сюда. Что приехал в страну науки. Ты видишь много людей, ребят, которые идут, беседуют на какие-то научные темы. Ты не понимаешь, но тебя это затягивает. Ты просыпаешься, ты видишь белочек, птичек, зимой подкармливаешь синица, кошка. Ты ходишь просто и наслаждаешься лесом. Он везде здесь. Ты увидишь это все и поймешь, насколько это вообще другой мир. И дети вообще другие, цвестники они вон какие. И что можно с ними замутить вообще классное. Поселяются такими же детьми, как и ты. Тот был на северсе, тот был на регионе. Просто как будто в сказку попал. Ребенок уже, побыв здесь, очень хочет учиться, несмотря на трудности. Я с родителями разговариваю и задаю первый вопрос. Вам нужны оценки или знания? В 1962 году была проведена первая Всесибирская олимпиада, и ребята с разных мест приехали, и состоялась первая летняя школа. Занимались они под открытым небом очень часто, на пляже, или так в лесу, вот как у Сократа в роще. Учился в лицее в Новокузнецке, и мы постоянно писали всякие олимпиады. Летом мне прислали приглашение в летнюю школу. Можно даже сравнить реально с колбасом. Тебе туда шлют сову, так же и здесь. Тебе вот почта пришла, вау, что-то новое, почему бы и нет. В летнюю школу с Калининской области прилетали преподаватели с Новосибирска. Я сразу понял, что я тоже хочу переехать в такую школу, где будет много ребят с общими интересами. Стал призером регионального этапа, и мне пришло заветное приглашение. Волшебное впечатление, потому что ты держишь в руках письмо, которое, по сути, говорит тебе о твоем будущем. Что ты будешь учиться в новой школе, переедешь в другой город, будешь наконец-то постигать науки, которые ты так давно хотел узнать. Мне в обычной школе всегда не хватало чего-то нового. То есть были задачи, я приходила домой, их быстро решала, особо даже я не думаю. Мне как бы это не приносило какого-то определенного удовольствия. Я хотел как-нибудь интересно провести зимние каникулы, и единственное, что нашел, это зимнюю школу в Академгородке. Я просто знал, что есть места, где может быть все лучше, и хотел их найти. Нашел Фомша. Я приехал из Казахстана, написал задание в заочной школе, и вот приехал сюда, поступил. Хочет поступить в ФМШ, учебный год начинается не 1 сентября, а 1 августа. В ФМШ люди поправляют после летней школы, поэтому, конечно, так приходят люди уже отборные. То есть те, кто уже себя каким-то образом проявил. Знакомиться надо всерьез, а не просто понаслышке. Летняя школа дает тебе такую точку отсчета, чтобы ты понимал, кто ты и чем хочешь заниматься. Место, где ты можешь пробовать себя во всем. Вся летняя школа идет 3 недели. Лекции по математике, физике, химии, биологии. Большинство лекций проходили в МГУ. Первый раз приобщиться к Академгородку ФМШ, демоверсия, может так сказать. Всегда она не только вот физмат-школа, это Новосибирский государственный университет, и это Новосибирский научный центр с академическими институтами и компаниями. Это полный комплекс
сразу можно попасть в среду созидателей везде. Поступать можно каждый год первый раз на трехгодичный поток, второй раз на двухгодичный, потом на одногодичный. Программы у них, конечно, все разные. Иной раз кажется, что нас расформировали как Гарри Поттере. Для меня это уже как будто мы обучаемся в вузе. Вот это я кончил школу пораньше. Совершенно другая система обучения. У нас здесь лекции, семинары. На лекциях у нас слушают, как правило, по потокам. Поток — это два класса. Семинарские занятия проходят группа. Группа не больше 15 человек. Помимо всего этого у нас есть лабораторные работы вот такой группой, потому что надо уделять внимание каждому. Материал, который они дают, это действительно вузовский материал. В обычной школе мы тебе о нем не расскажем, потому что посчитают, что это слишком сложно. Но я еще ни разу не видел человека, который жаловался бы, что мне это не надо. Наша задача на примере конкретных наук – научить детей думать. Ты просто сам это все вливаешь, и ты понимаешь, что это действительно насыщенная жизнь, это интересно. И поэтому науки нас завлекают. На лабораторных работах чувствуешь себя каким-то магом, который вот, наконец-то, там, совершил свое заклятие, у тебя выделился газ и выпал осадок. Ну и когда ты сидишь и решаешь задачу по физике, и у тебя, наконец, сошелся ответ, ты тоже думаешь, да я просто чертов маг, когда решил задачу на гидростатику. Важно, чтобы было интересно. Никогда не занимайтесь делом, которое вам не интересно. Многие даже не знают, что это интересно. Физикой я хотел заниматься с того момента, как она началась у нас в школе. У меня просто папа летчик, и когда он рассказывает, как устроен самолет, как двигатель, это очень затягивало, и я решил, что хочу свою жизнь связать с физикой. Логически мыслить, думать и представлять себе все. Вот, например, как расставить силы, действующие на тело? У тебя колесо крутится так, что ему препятствует. Например, сила трения, куда она направлена? Физики, они, мне кажется, как дети, им нравится все трогать, все нажимать. Нравится, когда я решу какую-то задачу. Вот это самое лучшее, что может быть на свете. Конечно, нравится опыт. Это самое потрясающее, что есть в жизни. Сливаешь два раствора, хоп, они поменяли цвета. С химией ты сам логически к этому приходишь, и это прям, ух, божественно. Химия – это действительно магия. Интерес, можно сказать, к эксперименту. Они же могут быть очень красивыми, привлекательными. Но ведь если заинтересуешься только вот эффектами, то это не совсем любовь к химии. Любовь к химии – это желание управлять химической реакцией. Интерес, как все реагирует, в этом копаться, изучать, появляется такой интерес, что это самому открыть. Это пошло с детства. Сначала родители смеялись, что ребенок в 4 года знает слово микробиология и говорит, что хочет связать свою жизнь с этой наукой. Потом, когда я стал таскать всяких червячков, букашек, ящериц домой, это уже было не так смешно, но все равно забавляло. Видимо, не я биологию выбрала, биология меня, потому что, ну, не знаю, как это объяснить. Биология меня привлекает тем, что мы изучаем именно живые объекты, которые, по сути, каждый день рядом с нами. Вот ты проходишь рядом с деревом, не подозреваешь, насколько это сложный организм. Те же самые люди. Ты разговариваешь с ними, а в этот момент происходит в организме тысячи каких-то химических реакций, свертывание какого-нибудь белка или еще что-то подобное происходит за десятые доли секунды. Ты глазом не успеешь моргнуть, как твоя клетка совершила столько работы, сколько ты не совершишь за день. Наверное, это тоже какая-то магия. Этот предмет не абстрактный. Мы все время говорим про себя самого. То есть все вот эти вещи, они полностью применимы. Осознание этого, оно меня просто поразило. Свою жизнь без математики, без расчетов, без задач. Когда я прошла ФМШ, я чуть с ума не сошла от этого объема, от этих тем, но математику я любить не перестала. И, наверное, никогда уже не перестану. Это чувство, когда ты решаешь какую-то сложную задачу, которую ты решала день-два, может быть, даже неделю. И когда уже спустя очень долгое время ты понимаешь или видишь что-то, чего ранее не замечал, это просто такое счастье. Одна и та же задачка, она может решаться разными способами.
когда дети видят разницу вот в этих подходах, вот они решали так долго, и там убили полчаса, ну да, они получили ответ. И тут буквально два действия у них вызывают бурю эмоций просто. Как же это здорово, это вот надо было заметить. Восхищаются уже математикой, какая она бывает красивая. Хочется показать эту красоту. То, что на самом деле и физика, и химия, они красивы, но математика – царица наук. Удовольствие, оно как раз вот в том возрасте, детском и юношеском, когда все открывалось, когда решил новую задачку отбирать. Когда нашел что-то новое, что-то кто-то не видел, это такой блеск. Никто не знает, только ты. Здесь собрали людей, которые хотят делать что-то своими руками, что-то проектировать, конструировать. Какой мы какие-то инженеров-исследователей? То есть людей, которые должны научиться работать в состоянии неопределенности. То есть когда задача, которая перед ней поставлена, для них новая совершенно. В этом смысле инженер-то, творец, он как раз должен быть исследователь. А он должен придумать, как эту задачу реализовать, каким образом сделать это. Причем он должен сделать это в определенные сроки, используя определенные средства, которые у него есть, или найти эти средства. Класс должен выполнить полностью всю программу физмат-класса. Плюс к этому, значит, они должны пойти, соответственно, спецкурсы по инженерной спецкурсе и выполнить проект. Да, в этом смысле ребятам сложнее. Времени меньше, но зато интересно. Весь класс чем-то увлечен, что-то конструирует, делает, тоже потихоньку втягиваешься в это. Самое большое удовольствие появляется, когда что-то получается сделать, что-то начинает работать, ты удивляешься и радуешься этому. Надо просто дать им возможность поработать, заинтересовывать сам труд. Мне повезло, у меня семинарист, директор ЯФА, и на уроках он иногда рассказывал, чем он занимается в институте, и рассказывал, ну, передовые разработки. Я там занимаюсь сваркой металлов из пушки электронов под вакуумом. Этим занимаются только либо на громадках промышленности, либо вообще нигде. В рамках учебной программы инженерного класса ученики должны поработать с инженерными проектами, попробовать себя в решении каких-то реальных задач. В их институтах преподаватели, которые работают в ФМШ, они организуют для сильных ребят вот такие регулярные занятия. Они могут здесь почувствовать, что такое настоящая работа экспериментатора, увидеть то оборудование и поработать с тем оборудованием, которое в школе, в лаборатории не бывает, с пучками, с ускорителями, дорогие игрушки, почувствовать вот эту атмосферу в реальном творческом научном коллективе. А дальше думать, хотят они посвятить свою жизнь науке. Это очень интересно. Понимаешь, что вот прямо перед тобой делается наука, может, прорыв какой-нибудь в истории человечества. Придумать школу, в которой половина кандидатов в докторов наук среди учителей. Учителя у нас, можно так сказать, особенные. Они не только преподают в школе нашей, они работают в институтах. И этот человек все это на практике проверял. Он может объяснить, привести пример. Не из учебника, что он где-то прочитал, а что он это сам делал, сам видел. И многие новые вещи, которые даже еще не принимают у всех учебников и в ЕГЭ. Нам здесь говорят, но с пометочкой, ребят, если вам это встретится в ЕГЭ, пишите так. После ФМШ он кажется уже каким-то легким. Например, мой преподаватель по математике дает нам решать вторую часть ЕГЭ, которая сейчас самая сложная, в качестве контрольных работ. И если ты хочешь научиться сдавать ЕГЭ, поступай в физмат-школу, это точно. Смотрите, какой уровень она значит. ЕГЭ, и сразу поймешь, что здесь учитель. Принцип то, что знания из первых рук сохраняются или угнетают. Те ребята, которые находились в полном отрицании гуманитарным предметом, они часто меняют свою точку зрения. И в этом году ФМШ впервые выставила свою команду на гуманитарное первенство по Новосибирской области, и мы выиграли. Очень важно, помимо того, что человек должен привести себе знания, он должен привести в своей жизни еще наставник. Это самый важный момент становления настоящего ученого. Когда приходит
приходили к нам различные большие ученые, и на них можно было смотреть, что это не просто так по телевизору ты видишь, а это вот настоящий, живой, вот ты смотришь на него, и он тебе рассказывает. И на самом деле это обычный человек. В этот момент у ребенка может возникнуть такая мысль, что он может достичь. Дают возможность творчески думать, мыслить, предлагать, придумывать то, что в одиночку не придумывается. Сильный эффект от взаимодействия и совместной работы талантливых, умных детей. Интернат – это тесное общение, вообще полные сутки. Живем в школе или учимся дома, это уже как-то постоявшаяся такая фраза. Можно сходить в соседнюю комнату, организоваться группой и сидеть, скажем так, в реале, решать ту же самую задачу, которую я бы пытался объяснить по скайпу или написал в ВК. Интернат, он, как правило, пугает. Отобрали ребенка, засунули, не знаю, что с ним делать. А там он встретится с такими, что потом вся жизнь не перекосяк. И вот они в одной комнатке социализируются, перенимают манеры поведения и прочее, прочее. Это же страшно. Но на самом-то деле оба страсть физики, математики. Ты живешь с ребятами из разных городов, даже стран. Перемешиваетесь своими интересами, какими-то традициями, возможно. И ты становишься абсолютно другим человеком. И понимаешь, что ты вырос как личность. Мы живем вместе, мы обучаемся вместе, и это как будто вот, ну, создается такая семейная обстановка. Здесь есть место, где конкуренция каждый сам за себя, и есть место, где вот нужно что-то локтя, где нужно играть в команде. Вот этот вот брат, он в конкуренции бьется. Ну, все, мы вот выходцы из семьи, вот так вот, да, и вот этот дух, он действительно ставит. Ребята, в нормальной жизни, когда нужно уметь все. Содержать себя в чистоте, выполнять режим дня. Каждое утро по будням, понедельник и субботу, мы ходим на зарядку обязательно, примерно в 7.15 до 7.30. Для учащихся в СНГУ это очень важная часть дня, потому что нам приходится очень много думать днем, и чтобы пробудиться, мы ходим на зарядку утром. Завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин. Предположим, у меня есть какие-то дела. Я распланирую свои дела весь день так, чтобы эти дела не пересекались ни с обедом, ни с ужином. Такая система помогает установить какой-то режим. Она помогает как-то раньше взрослеть. Если ты чего-то правильно напрягаешься, то ты должен очень серьезно физически разряжаться. И поэтому на нашей кафедре физического воспитания и специальной подготовки работают 7 мастеров спорта. Мы находимся в кампусе Новосибирского государственного университета. И все, что доступно для студентов, доступно и для нашей школы. В Хамыша огромное количество кружков. У нас есть и баскетбол, и волейбол, и футбол, и танцевальная студия, и спортивное ориентирование, каких-то культурных кружков, где ты будешь рисовать, петь. То есть, если ты учишь математику, это не значит, что ты не умеешь петь. Иной раз ты приходишь в танцевальный зал и просто после тяжелого дня немножко потанцевал. Тебе становится абсолютно легче. На месте. Когда ты видишь, что вокруг тебя все куда-то двигаются в каком-то направлении, а очень хочется самому двигаться. У нас есть даже символ. Подарил его Михаил Алексеевич Лаврентьев. Это крокодил. Михаил Алексеевич подарил своим школьникам и сказал: ребята, вот это животное может идти только вперед. Назад оно не может никогда. Самуша дает много возможностей, и главное ими воспользоваться. Если посмотреть на всех олигархов Новосибирской области, ну, как известно, из 8, 6 это МГУ, а из 6, 4 это выпускники физмашков. У нас каждый четвертый выпускник кандидат наук. Перед тобой открывается новый мир. Ты смотришь на все другими глазами и понимаешь, что ты на данный момент
более-менее крепко стоишь вот на земле именно в свои школьные годы. Ты можешь сделать шаг вперед, зная, что будет что-то лучше. Фомуша учит быть самостоятельным. Заставляет детей отвечать самим за себя, за свое будущее. И вот на той встрече выпускников ты видишь людей, которые раньше были такими же ребятами, мальчишками озорными, как и мы сейчас. Но они уже статные, в пиджаках, в костюмах. Я думаю, они до сих пор держат этот статус, потому что многие гордятся тем, что они закончили Фомуша. Вот это место, оно сложное, трудное, но интересное. Школа готовит ребят для того, чтобы у них было светлое будущее в этой стране. И это будущее делают они сами. Сейчас, дорогие друзья, перед вами выступление Комсотряда 2019. Встречайте! Я, конечно, вас люблю, но это что-то невероятное. Я так больше не могу танцевать. Я пошел. С нами тебе будет не до скуки. В этой школе будем мы контент. Вы, детишки, солнца и науки. И не упускайте свой момент. Карусели всех мероприятий. Ты поймешь, что в этом что-то. Чтобы был для вас благоприятен. Витя, что ли, август, все мы здесь. Мы здесь, мы здесь. Витя, положи на место флаг. Витя, это реквизит. Пожалуйста, ты нас всех убьешь. Витя, пожалуйста, прошу тебя. Витя! Девушонок, смотри сюда, я твой комсенок. Культур, физок и поваренок. Художник крутит чудеса, запомни мы твоя конца. Элшонок, смотри сюда, я твой комсенок. Крутой призорки поваренок. Художник крутит чудеса, запомни мы твоя конца. Элшонок, смотри сюда, я твой комсенок. Крутой призорки поваренок. Художник крутит чудеса, запомни мы твоя конца. Летняя школа 2019. Огненный Комсотряд. Удачного вам выступления. Это только начало. Летняя школа. На этом торжественное собрание, посвященное открытию
58-й летний физико-математическая и химико-биологическая школы объявляется закрытым.